И в продолжении темы. В среду в Твери проводили еще одни подразделения, сформированные и подготовленные в рамках частичной мобилизации. Солдатам и офицерам зачитали обращение губернатора Игоря Рудени, который отметил, что по сути они продолжают дело своих дедов и прадедов, которые уже однажды изгнали нацистскую заразу с территории нашей страны. Теперь им снова предстоит защищать граждан России от тех, кто исповедует идеи радикального национализма, а зачастую и откровенного фашизма. От имени юноармейцев региона к защитникам Отечества обратилась ученица 8 класса средней школы номер 40 Ирина Слуцкая. Спасибо за то, что не побоялись выйти вперед в защиту мирных жителей России. Спасибо за то, что даете нам, своим детям, младшим братьям и сестрам, возможность жить и учиться под мирным небом. Но обещаю, что мы будем в полной мере стремиться осваивать военное дело, чтобы стать достойными гражданами и защитниками Отечества. И у нас перед глазами достойный пример. Это ваш пример. Спасибо вам за это.